Успех. Никому не надо обычные печеньки, можно. Сейчас, тройки покорителя. Так, QV, вижу печенька. Да, QV. А ничего, что я выше него. Посмотри, пожалуйста. На шаленсе. Да, и в шаленсе печеньку. Так, таби обычные, да? Да. Но если кому там надо, у меня даже льда еще пока нет. Да, никому там не надо. Жесть. У нас нету хилов. Вот там должны быть три как штуки. Как всегда. Берешь, вроде прибежала. Тоже три хила должен быть, чего там хилите. Ты водички попи на нем. Прикиньте ДПС проху лицу, как о том дал. 7000. Да уж. Так, давайте наверх подходим. Присты, подходите. Сейчас поконтролим чуть. Так, таби, давай, звездочка. Так, слава. На этот кон давай печенька. И слава давай ромбик. Это что-то ментальный крик, да? Это оно? Не, сковывание нежити. Сейчас я найду. А, что еще раз кун? Какая? Печенька. Ну, ладно, давайте. Контрольте там, контрольте. Все, спускаемся вниз, там хил ловят. Сыграем по скелету, по советнику. Поставил череп на него. Потом играйте тех, у кого меньше хп, только левый трэш не сагрите. Каску бафнет, бафните на друидов. Так, давайте присты подходим, подходите к своим целям, так же самое контрольте. Давайте идите на позицию, контрольте. Так, давайте в советника все играем. Черепок. Давайте черепок. Черепок, потом ромбик.
Давайте черепок, ромбик играем. Пусть ромбика печеньку. Давай, этих добьют, можете там танки и звездочку агрить. Давайте агрим трэш, через печеньку играем. Боссов только не сагрите, близко не подходите. Быть помнит персонажа с ником Оптималька Друид. Да, старый, как и я, наверное. Гильдию просит с блоком каким-то 4 КГС. Так, маги, дайте столик. Смотрите, там что, бафов не хватает. Каску, ну, на одного босса хватит, там, смотрите. БДК надо добавить, пробавки я падал. Дайте фулл баф по БДК. Остальных там что просят. Нас хан толкнулся. Каску, Вара. Идиот, он написал. Так, пристабаф дайте. Пристабаф, лапку. Давайте чек на пул. БДК на двоих, протопал на одном. Глупые смертные. Думали, что одолели... Так, давайте подходим на позиции. Колдорама на пульте на БДК. Агро не срывайте, кинетика падает. Всем РДшкам ГП, я себе катушку забираю, если шо. Вместо щита с ней ходить. Так что смотрите. Будет вихрь, надо будет разбежаться. Голем, скажу, когда надо будет разрядиться, пробежать по рейду. Готовьтесь, вихрь сейчас будет. Давайте бежим, вихрь, бегите. Играйте по Валанару. Так, рост КД еще. Темные ядра не срывайте, там близко танчится, аккуратно. Так, смотрим, на ком агро сейчас будет. Играйте здесь, это точно. Сверки бьем, не забываем. Так, вихрь сзади где-то. Так, давайте смена цели 2 секунды, хилы РД на ренжу, даю рост, будет голем, скажу, надо будет по рейду прибежаться, разрядить его. Там, так, голем кастует, смотрим, так, Олег, беги. Кинетика, кинетика, катушка и ГП на кону. Там сзади еще одна кинетика падает. Кто там ожог юзает, там юзанитик. Тут голема кастоваться, кастует голем. Так, на... я не приз, беги.
Так, Маланар, давайте. Смотрим, надо будет разбежаться на вихре. Бейте кинетику, не забывайте. Так, вихрь, бегите. Знаете, как падает на ступеньках сверху. Так, надо будет, наверное, еще раз разбежаться, так что готовьтесь. Разбежались. Все, добивайте. Добивайте, добивайте. Жмись, Дань. Да нормально, нормально. 100 тысяч осталось. Нарезайте павших. Бейте чистить трэш. Дрольте, грудь на мейнспек, надо кому-то. Вставай, зайка. На офспек. Это три сета. Это для шипы хорошие, а нет? Ну, не. Ну, за 10 надо, за 10 могу отдать. Не, у меня хорошая СВК. Забирай на холи приста, чё ты? Холи прист, тут хоть бы шипы одеть. Этот грудак будет лучше, чем вот этот СВК, хотя я себе метко снимал. Ретрия, ты красивая, Ретрия. Олег говорит, Бибоп, что ты красивая. Так, давайте, два приста, Таби, печенька, Слава, кружок. Давайте, идите на позицию. Таби, все, можете контролировать. Ой, я кружок. А, ну ладно, давайте, играйте по кружочку, играйте. Запутал меня вообще. Ну ладно, играйте по звездочке, потом будете черепок бить. Давайте, звездочку бейте, потом черепок. Это как орел, я выиграл, решка ты проиграл, да? Угу. Заберите звезду, я в контроле. Давайте сейчас звезду добьют, играйте, у кого меньше хп, ну, можете масса носить, по такой же нормально. У нас даже аркан в рейде есть. Так, танки, идите агрите. Хилы хилим. ДД дамажит. Ну все, в принципе, с такой тактикой можно что угодно. Да, все, что хочешь. А Войду что делать? Ну, сложный вопрос. Мувик снимать. Короче, сейчас я, наверное, мне надо будет отвалиться. Может быть, мы поссоримся и обратно зайдем. Не будь подкаблучником. Дайте фулл баф ТДК. Так, давайте, что там по бафам, дайте каску. Пристан ДК, лапку дайте. Интеллект дайте, что баф есть.
Я еще не отвалился, еще лану убьем. Ну, Хант отвалился с совета еще. Ну, он написал, что там что-то идет, там надо отойти срочно. Понятно. Ладно, если что, заберем. Лапу и пристабав дайте. Дайте лапку и пристабав. Дайте тебе пристабав, и лапка будет тоже. Давайте чек. Только что. Так, как то оглы. А рыбка есть? Рыбка, не знаю. Стоит вроде. Ну, Джей захалу. Так, давайте 10 секунд. 10, 9, 8, 3, 2, 1, танки, идите. О, с такой тактикой мы убьем. Так, давайте укусы передавайте, главное в центре от хилов отойдите. Рейндж между собой наберите. Блять. Прожал бы танка стойку, сбирайте с фактом. Удар героя там бы поюзал, он огру хорошо набирает. Роджер, сбеги. Стой, умри уже, блять, умирай. Аккуратно, лужа в центре. Зачем умирать-то? Это так лужа. Первый раз, если честно, тактику слышу. Умри. Ну, ты же не видел, как шоу там кажется, стоит. Пацанам можно обойти лужу, короче. Чем типа умирать. Да не знаю. А сейчас они точно там в углу не отойдут. Там лок стоит, ШП. Так, танки хилят, ДД дамажат, хилы танчат. Роджер, умри. Ветер дует, огонь горит, а. Наберите, чего вас там пробило, так кто-то шел. Он умер. Тип просто все по тактике. Вставай там, дайте... Этот гимн ману поставил тотем, дайте вот какие-то бафы, каску. Да почему я-то, блядь? Угу. Чё ты сдох? Шагрос кого? Мости, как я мог... Так, давайте отходим от луж, смотрим, сейчас Слава кинешь антифир на кило, кинь антифир, от луж отходить. А мне зеркало висело почему-то. А, ну туда не приставай. Да я немного отошел, каску бафнуть, Руджу. Так, давайте Руджу, в центре не стойте, в центре только хилы стоят, хилимся. Ну, Малих, хрестни, Ром. Ну, если сдохнет, то если потом точно не будем. Блин. Все, больше не рисать его. Дорогие. Не буду рисать больше. Хорошо. Спасибо. Ой, твою мать, я раздал. ГЦ, один человек с гер. А сейчас 20 секунд будет еще один рост. Наберите там режим с правой стороны, что-то у вас там до хера стоит, чтобы там не повздыхали. Не повздыхали, да? Угу. Ну, сбейтесь фактом, что вы стоите, кто там сзади стоит? Ёпта, еще и лужа, ёпта, еще одна лужа. Ну, Слава, у тебя будет точно видосики с лайками. Дайте рост. Шаман, дай рост. Укусы, главное, передавайте, сбегайте с фактом. Беги, малышка, беги! Наберите, лежу, не стойте в куче, только что меня чуть не убило из-за вас. Давайте от куш отходите, сейчас страх будет. Давайте, главное, укусы передавайте, там не слакайте.
Шала интересно, еще до Морна. После вихря станешь. Ну, после приземления. Ну, рыжий набережный. Да еще, погоди, еще надо кусать кого-то, дамажить кому-то. Можете Давай. Таби укусить. Сбегайте с фактом, так. Укусы передавайте. Сука, я вам это припомню, блять. Миллион у босса, они меня кусают. Это все правильно. Ой, сколько раков. По роллу на PvP за 10. Резайте павших. Ну, так, обещаю. I'm sorry. Ладно, я уступаю. А кому? А Таби не уступаю, давайте лучше нет. Да дайте ей хоть на ГС оденет. Да нахуй ей надо. Но мне не надо, короче. Дайте тому, кто реально PvP-шит. Таби тебя выиграет в PvP. Спасибо большое. Роти завоевателя. Так, кто там у нас? Вон Таня вижу. Да, Даня. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Ну, хил. Кит, ты хил, да? Никого там боя нету, резать и павших. Ой, блять, шо вы тут нагрели? Здравствуй, кладбище, блять. Так, давайте звездочку бьем. Не вижу кого, бейте звездочку. Звезда с ума не трэш, надо слить. Да я тут других не вижу. Не могу тыкнуть на остальных. Добейте звездочку. Ты уже поменял метку. Так, давайте следующую звездочку вот нашел. Так, давайте. РДД звездочку, мелики печеньку. Не мог дотянуться. До верха. Убейте точно, я там масса не закрываю. Катина, мам, давайте. Давайте печеньку, потом маслами заливайте. Так, давайте, протопал, вырывайся, БДК по одному тащи. Хилим протопала, мелики одного бейте, РДД сливайте массами, это все говно.
Да какая, можете еще полководца вытащить? Есть там в РК кто-то хочет такой-то ДД или отличие, одно тело? Все, этого полководца добьете, можете мирить и врываться в ту кучу. На варьке отдавайте свои бурсты, на туда не надо будет. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Давайте бурсты отдавайте. Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Давайте, капитана, наверх не поднимайтесь, можете бой запустить. Че, зайти тут похилить? Да сейчас подожди, кто у вас хилы будут. Похилил бы, но не будет крита в рейде. Так, давай, слава хил. Шаленси хил. Паладины кто-то хэпал есть там? Че, нету хэпала? Купать убираешь, чтобы в ладони не было видно. Да, смотри, кто хилы. Ну, хочешь, заходи на хила. Дайте шкаф. Кого собака гавкает, блядь? Пойти, дай, Вань. Сейчас. Так, эти на сумму. Так, давайте, получается, рейд хилят ДЦ и Слава. Два человека, остальные все на вальке. В порталах будем за Джеймсом летать. Поставил печеньку. Дайте каску, крест, лапу, интеллект и побить что-то.
Так, давайте, что там тебе добавили? Дайте попить ему что-то. Сейчас дам. А нету рыбы? Ну, рыбы нету. Поставлю. Когда ретрия просит, сразу рыба появляется. Да все, я готов. Так, давайте, да, все готовы. Идемте. Дайте там крест по хантам, кто может. Слав, там поговори что-то. Я буду порталать, если что там, или Олег говорить, что-то кто-то. Что говорить-то это? Ты там когда подозрение сливать такое. Ну когда толстый выходит, всегда подавление ищите и все сливать. Сначала маги, мобы, а потом все остальные. Порталах вместе летаем, там порталы не крадите. Смотрите, где печенька будет, за печенькой летайте. Встречаемся слева от босса, если на лицо смотреть. По часовой. Встречаемся справа от босса. И против часа. Давай. Давление играем слева. Маг стоит, а факашит так беспалевно. Сейчас посмотрю. Леон? Да. Да, тут написано, Леон выходит из игрового мира, потом входит. Давайте, рост и гимны. Да подожди, блядь, еще рано, дайте гимны на хп. Да что там хилить? У нас 25 хилов. Да-да. Заходите, да, портал еще один. Да какие заходите. Порталы, Ваня? 40 секунд роста, 5 миллионов хилит. Мы да ни хера не успеем все равно. Все потому, что друиды жизнецветом не хитят. Я дашь на сундука? Грома. Мне нет, я флоу. Хотя шея нужна на танк. Даня, тебе нужна шея на танк? Не-не-не.
сундук не узнаете, а то вас Рома зайдет на основу покикает. У него там основа. Ну а я нужен хилом на Синдре. Если я нужен хилом на Синдре, я не буду выходить. Не, там слава спик, нормально все будет. Тогда не лутайте, подожди. Ну, добейте огненного, чё вы там? Расслабились. Не лутайте сундук. Вот ты перенес в шестую пати, и у меня мана не резалась. Шкаф не надо, зачем не заставьте. Ты зачем ты это вон? Я там трэш покурю, короче, вон. Да, вниз спустились. В кнутах, вой. Надо жезл нужен кому-нибудь, а то у меня гробовой гвоздь. Сейчас дам. Гробовой гвоздь. Ворольте за 10, надо кому-то еще. Ну, перероливайте. Я вообще за ЕП тогда возьму. Хорошо. Он не очень хороший. Кому лучше, чем гвоздь. Какой еще гвоздь? Это падает в яме в кузне. Блин, конечно, сделать, что не было в порталах. Я бы такое говно за ГП не давал. Я даже в холле престе его не ношу. Можно мне вернуть обратно тогда? Лучше гвоздь пусть будет. Не, ну как посмотрим, да нет смысл. Блять, тебе статы надо как-то набирать. А там 4.7, поэтому я поднимись на 4.9, там не знаю, сейчас мы станет лучше шмотку взять. Какой-то он не очень. Размер не тот. Не сельдеперсовый. АФК минуточку. Давайте, кто на этом трэше не бьет трэш, тот пидор гнойный. Там поставил свободного, можете лутать, может он колец трэша упрет, может там бах какой-то будет. Нет, я тогда АФК. Сука, как я ненавижу вас всех, когда вы АФК уходите. Просто, блядь, я могу еще, может быть, с вами меча убить, а вы уходите в АФК. Можно я сейчас сам не знал. Сейчас одного ДД ищите, сейчас будете двух искать. На Олег есть там кто знакомый ДД? Может, не вильди? Притащите трэш, Симри. Слышите? На X5 был вырез 25 и рейди, короче. Дес, ну Дейма станчит. Что-то там одного танка сложило, Болтар сложил, Дейма СТ был. ГМ гильдии говорит, давайте я с танка спекнусь, короче, ДК ты там в ДД спекнись. Протопал, а ты умеешь танчить? Дейма сам отвечает, а может быть ты завалишь ебало? Просто так, блядь. Что, его кикнули? Ну его сарды кикнули, это он в альянсу перешел. Это Раней были? В альянс... Чего? Раней гильдии? Нет, там что-то Мурлок, чего-то там. Он просто его спрашивает, протопал, ты умеешь танчить? Говорит, а может быть ты завалишь ебало? А у нас слот есть? Да, есть один ДДшник слот. Анти хочет. С удовольствием. Thank you.
Спросил бы чувака на сорке, умеет ли он домашний, он бы тебя попросил ебало заводить. Я такое не спрашиваю. Логично. Сегодня только спросили у бедного паладина. Чем здесь это объясни? Чувствуешь разницу, когда после босса смотрит аккаунт и спрашивает, почему ты так дамажишь? И до босса спрашивает, ты умеешь дамажить? Чувствую разницу. Он подумает, что ты ляпнула. Почувствовала. Не, если честно, я имел в виду, как будто ты после босса спросил бы. Ну ты не расстраивайся. Дайте кулак, я думаю, почему опять не первый по ДПС? Ты что, крикнуть не можешь? Блядь. Давай, я тебя не буду. Сколько надо шипы капхасты? Еще 900. Чего? Сколько шипы картошку копать? 1900? Ну, шипы на самом деле нет, капа есть брейкпоинты, как и у Африки. Ну вот у меня 855, я имею в виду, чтобы камни добивать или нет? Добивать, конечно. Для начала 4 Т10 есть? Что, у меня ни одной еще Т10 нет. Ну, тогда забей на хаску, она тебе вообще ничего не даст. Только не палите меня там перед АМами. Так, ладно, давайте все тут, что там подходим, 5 хилов, 5 апатии, танки одевайте в шмот, там, смотрите, дайте баф, дайте рыбку, кому надо. Тиману. Поставит рыбу. Вчера у нас в рейде был тип, который прям орал: ребята, я дам рыбу, возьмите, только поставьте. Он поставил. Надо рвануть чуть-чуть, чтобы поставить. Спасибо. А вот три рыбы. Не в кота обратно спекаться? Да, спекайся в кота. Слава хули престому.
Давайте чек на пол. Эти бафы там что-то просят. Лапку дайте, просто баф дайте, инту дайте. Так, шанс готов, фулметал готов. Дайте кулак по охотникам. И по паладинам кулак дайте. Так, все, дали, Владимир. Спускаемся вниз, начинаем. Давайте хилим рейд. С освобожденкой не хлопать. Вышли, хлопнули, вернулись. Мелики там аккуратно с обморожением. Все мелики на второй фазе под босса, там скажу, если что. Так, 4, 5 хилов освобожденка, давайте мелики, 2 стака максимум. Так, я выхожу, Слава хилит и Юльчик хилит, вышли с рейда, по пару стаков можно набрать. Больше никто ничего не стакает. Смотрим, крутяшка, бежим. Нормально. Фридом по БДК, давайте метки вниз, рейд наверх. Давайте метки вниз ушли. Далеко друг от друга, не рассасывайтесь. Давайте за центральной прячемся, печеньку не бьем. С левой стороны падает близко. Бейте все без дот точечно. С правой стороны половые склепы. Крайне левый и крайне правый с правой стороны падает. Давайте, бейте поэнергичнее. Печеньку не бейте, по центру падает. Сзади, с левой стороны бейте энергичнее. Давайте, последняя падает. Слева, близко. С правой стороны стоп по склепу, все разбивайте. Блядь, Владимир протопал, протопал, лови. Олег, ресы. Так, дайте по БДК баф и лапку, каску, пристабаф. Полный набор дайте. СС? Да не, не надо. Так, вроде бафнули, давайте смотрим, сейчас притяжка будет. Что-то бежим. Почему босс стоит, так я не понимаю тактики, куда бежать, что делать. Ну, как смогли, так поставили. Надо было срочно ставить. Я просто один, один хил освобожденка, нормально. Блять, мне теперь хвостом уже два раза отки. Ты просто тупой. Мне отрицает. Что вам скажи, со слов Славы это было обидно. Я правду сказал. Обидно, дота когда сейчас человек дотка будет. Он тебя называет, да? Давайте, рейд наверх идем, метки вниз. Давайте вниз метки. Я так давно дайте метки фридом. Не было, можно мне заморозить? Не нужно. Давайте. Печеньку не бьем, пацан упадает. Я забыл. Дайте подтирка за фридом. Черепу. По центру вот падает, бейте скрипом. Он опять выпишет под метку. Слева не бейте, справа бейте, справа бейте. Справа между склепами падает. Правые склепы бейте. Справа бейте склепы. По центру падает между склепами. Так, шалленси, ресай. Разбивайте склепы, ресайте. Захильте, захильте. Все, давайте, бейте. Сквозь нее тряси. Да, поставьте на ту сторону, сейчас вайпнемся. Просто пробеги сквозь нее.
тебе комфортно, что ли? У меня член. Я люблю, когда в эту сторону. Давайте скидываем стак, и сейчас будет фаза, под босса отнесем. Сейчас, наверное, притяжка будет. Бежим, притяжка. И давайте, смотрим, фаза пошла под босса. Так, смотрим на ком. Так, Лантана под босса, милики ушли. Да разбивайте сразу. Следующий тоже под босса, несите. Так, смотрим, на ком сейчас детка будет. Леон под босса, ушли милики. Ушли, ушли. Этот склеп не бьем, будет притяжка. Так, не бьем его. Чуть подбивать, то может Америка отошли, чтобы вас не убило. Давайте, следующий. Давайте, куда? Разбивайте. Давай под босса, неси под босса. Сразу разбивайте. Даю рост. Разбивайте. Следующий тоже под босса-то несите. Анти под босса. Что-то свободжерки нету. Ну, разбивайте. Давайте следующий в сторону. Блять, стаки не сбросил. Так, давай под босса, клон, давай под босса, ушли мирики, там стаки появились. Ушли мирики, разбивайте. Ничего страшного, разбивайте. Давайте, следующий под босса будет притяжка. Второй бейте, сейчас притяжка будет. Дорн под босса. Под босса, ушли мирики. Стоим, ждем притяжка. Агро, 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 агро. Беги, малышка, беги! Давайте. Следующий под босса. А кто под босса? Милики стоят, курят. Ушли милики. Давайте, разбивайте к следующей в сторону. Все, в сторону и добивайте. Шелайте в сторону. Ты всякие не стери. Иди нахуй. Бать. Что, геюга? Рольте на майнспек. Еле обогнал Виталика. Ой, Виталика, блядь. Так, клык на мэн никому не надо, походу, на оф рольте. Хуеть, вчера клык всем был нужен, сегодня на оф ролит. Вчера, по-моему, талисман выпал, да? Нет, клык. Клык так, на клык. 67, а то оглы. Так, блядь. Вон, там есть матрога, отвеча. Поменяй лут, Ваня. Смени на свободный, потом ответственного и нажми кнопку «нет». Надо кому-то завоеватель? На рольте, если надо. Так, как-то углы вижу. Ну все, допизделись. Что такое? Да все, я оффаюсь. Я не знаю, я попробую зайти через 15 минут, но ничего вам не обещаю. Это из-за того, что вы на трэше перед этой ФКшили, блядь. Макгрегор зашел. Сейчас зайдет по повороте. Два слота там еще
ДК ливнул, и я оху. Все, я пошел быстро, спущусь, постараюсь вернуться.